Приветик всем, снимаю видео о коробочке Allurebox в октябре месяце. В качестве бонусов за самовывоз получил я такую вот стопочку сашеток с шампунями от Виши, тканевую маску от Garnier увлажнение, лосьон для тела от Dove с компонентами автозагара, это большая, ну в смысле полноценная упаковка 250 миллилитров. Два пробника от Шанель, я очень удивилась. Это увлажняющий бальзам из линейки Гидро Бьюти, 5 мл здесь, тюбик. И миниатюрка тоника из линейки Гидро Бьюти, 10 мл. Бонус просто шикарный в этот раз. Ну и теперь давайте непосредственно к коробкам. Все то же самое. Белый верх, цветастое днище. Давайте смотреть, что внутри. Ну, как всегда, книжечка. Итак, в составе Vella Professionals Oil Reflections. Маска для интенсивного блеска. Питательная маска для глубокого восстановления структуры волос. Придание шелковистой гладкости. Аромат от Hugo Boss Scent. Женский. Smashbox Primer Photo Finish. Матирующее действие, противостоит воздействию пота и влажности, скрывает поры, устраняет жирный блеск. Makeup Forever губная помада Artist Rouge в оттенке 401 Hot Red. Это стойкая высокопигментированная помада сливочной текстуры. Увлажняет кожу губ, предохраняет от обезвоживания. Не течет и обладает стойкостью до 10 часов. L'Occitane крем для рук Карите. Я так понимаю, что это тот же самый крем, просто у него лимитированная упаковка оформления. Caudalie гели для душа Fleur и Rose. Это гели для душа без мыла. Флёр – это аромат белой розы, арбуза и розового перца. А роуз – это аромат бутонов роз, распустившихся на виноградниках ранним утром. Биаре – увлажняющая сыворотка для мгновенного снятия макияжа и для умывания. Мгновенно справляется с любым, даже самым стойким макияжем, оставляя кожу увлажненной, свежей и сияющей. Состоит на 40% из увлажняющих компонентов. Клиник – матирующий увлажняющий крем PepStart. Этот крем обеспечивает одновременно увлажнение и матирующий эффект, скрывая при этом все несовершенства, возрастные и мимические морщины. Придает коже бархатистую мягкость. Вот такой состав у этой коробки. Как вот это все дело выглядит в реале. Пробирка с ароматом Scent от Boss. Жалко, что без распылителя, поэтому сразу отправляется гулять. Гель для душа от Caudalie. В объеме 30 мл. У меня был уже неоднократно этот гель. Он был в наборах и давали его в подарок за покупку. Всегда это у меня travel такая версия. То есть беру куда-то с собой в поездке. Очень удобно. Он не очень хорошо пенится, но он такой какой-то деликатный, не сушит кожу. В принципе, это гель для душа очень хорошего качества. Если бурная пена – это не то, что является для вас приоритетом в выборе геля для душа, то это стоящая вещь. Праймер от Smashbox, 7 мл объем, хороший объем для того, чтобы понять, подходит вам эта база или нет. Я уже для себя определилась, что базы, которые вот обещают скрывать поры, мне как-то не очень, потому что они подсушивают и стягивают кожу. Но, может быть, с этой будет история немного другая. Крем для рук от L'Occitane, вот такой вот весь цветастый. Вернее, в кругах каких-то геометрии, такой в стиле 60-х, наверное. Оформление, ничего, так забавные. Хотя меня устраивает и, честно говоря, и классическое оформление, и серебристый тюбик, если уж так говорить. Чего такого я в этом не вижу. Миниатюрка от Biore, это уже третья миниатюрка, которая ко мне попадает. Да, с этим средством 20 мл объем. В принципе, 20 мл, я говорю, тоже это достаточно для того, чтобы использовать. Радует, что кладут такие миниатюрки, а не пакетики. Маска от Vella Oil Reflections. Здесь 30 мл. Ну, наверное, на пару раз это хватит, я так думаю. Ну, смотря какая длина волос. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Хорошо, что не для сухих, не для поврежденных, а как-то более-менее так это все универсально. Крем от Clinique 7 мл объем PepStart. Сейчас попробую открыть, показать вам. В принципе, стандартный тюбик. Он просто такой красивый. Ну, вот так он выглядит. Какой-то такой позитивчик такой сплошной.
И помада от Make Up For Ever. 1,4 грамма. Сейчас я ее достану. Посмотрим цвет. Такая хорошенькая миниатюрка. Вот такой вот красный. Сейчас я попробую это все. Вот так. Помаду, помада. Камеру показывает его теплым красным. На самом деле он холодный. С выраженным холодным подтоном. Вот. По-моему, неплохой вариант. Аромат у нее, как вам сказать, никакой. Но можно сказать, что и приятный. Вот я растерла ее, и получается яркий фуксийный такой финиш. Не знаю, как будет оставаться пигмент на губах. Наверное, все-таки будет, если она заявлена как стойкая. Даже, да, не то, что даже яркая фуксия. Наверное, почти малиновый такой потом. То есть она точно холодная. И что мы тут видим? Здесь у нас прячется карточка от L'Occitane. Скидочная. Два шампуня от Vella, вот этот вот из линейки Oil Reflections по 15 мл, да? И вуаля! А это Hugo Boss. Это что такое? Это гель для душа 50 мл объем. Вот такой вот бонус. Что по наполнению коробки? Конечно, бонус очень приятный. Я обожаю гели для душа парфюмированные. И в особенности любимками становятся те гели для душа, тех ароматов, которым я равнодушна. Потому что, ну, я уже не раз об этом говорила. Связано это с тем, что в геле для душа объединенные букеты, нет базовых нот. А у меня так часто бывает, верхние ноты нравятся, а когда уже вслушаешься вот в сердце аромата, понимаешь, что не мое. Это именно из-за базовых нот. Но в геле для душа не отсутствует, поэтому зачастую гель для душа нравится. И я очень рада подобной штуке. Все-таки сашетки, конечно, это одно, а вот такой вот бонус, это уже совсем другой клинкор. Впервые я рада тому, обычно я равнодушна этим вещам. Но вот этому я очень сильно рада. Тому, что положили вот эти сашетки с шампунем. В чем причина радости, я буду рассказывать в пустых баночках. Ну, по крайней мере, планирую так сделать. Надеюсь, что получится мне поговорить об этом поподробнее. Пока могу сказать, что мне это дело понравилось. Что касается этой линии Pep Start, там несколько продуктов. Матирующий крем, увлажняющий, по-моему, средство такое что-то, скраб. Типа скрабы что-то такое, очищающее средство, по-моему, какое-то два в одном. Вот. Ну и этот гель для кожи вокруг глаз. Это в рыженькой упаковке, который все блогеры уже показывали. По-моему, так. Или еще что-то там есть. В любом случае, вот то, что увлажнение, матирующий эффект, это понятно, то, что производитель заверяет. Меня вот смущает то, что он скрывает при этом морщины и все такое. То есть получается как бы это такой крем-полупраймер, я так понимаю. Здесь больше вот этих вот компонентов, которые обеспечивают внешнюю такую ухоженность, чем сам уход. Поэтому скорее это просто такая хорошая, наверное, будет база под макияж для тех, кому актуально матирование. Мне этот вопрос не интересен, поэтому она отправится гулять. Праймер я попробую, но мне, в общем-то, может быть, даже одного раза хватит для того, чтобы понять или нет. В общем, будет стягивать кожу или нет, в зависимости от этого оставлю или же распрощаюсь. Всегда рада миниатюркам помады от Makeup Forever. Вообще от всех марок. Поэтому вот и очень рада, что попалась эта миниатюрка. С удовольствием попробую. В принципе, то оценить текстуру, и как она лежит на губах и сходит можно, даже если и цвет не подойдет. Что касается вот этой штуки, я попробовала, поскольку у меня уже были миниатюрки. Мне это средство не подошло. Почему? Постараюсь рассказать в пустых банках, поэтому я это отдам. Мне положительное на меня впечатление произвела вот эта линейка Oil Reflections. Поэтому маску я попробую с огромным удовольствием. Стоит она весьма недешево, и это будет интересно. Ну, как я уже сказала, гель для душа отправится в запасы в ожидании поездок. Это
вещь нужная и приятная. И вот крем этот с карите, хотя я никогда не покупала целенаправленно, пользовалась только миниатюрками, потому что классическая версия равнодушна, в принципе, из достаточно безликого аромата, но всегда их использую. И никогда, в общем-то, не было у меня желания избавиться как-то или нет. Всегда я вот тоже по сумочкам, по всяким распихиваю. В принципе, это очень хорошее вложение и очень дельное. Это один из тех продуктов, если бы, допустим, они были в каждой коробке, я была бы только рада. Повторы совершенно не утомляют. Ну и пробирку, как я уже сказала, я отдам, потому что без распылителя я не люблю это все тестировать. И давайте посмотрим второй состав. Мало чем отличается, отличие всего в трех продуктах. На этом и сфокусируемся, и потом сравним составы коробок. Что такое, что нравится и что не нравится. И что мы видим в этой коробке? Здесь нет продукта матирующего крема от Clinique, нет геля для душа от Caudalie и нет пенки от Biore. Что же вместо этого? Вместо этого тушь от MAC in Extreme Dimension 3D. Обещает супер объем, невероятный изгиб, разделение, глубокий цвет от корней до самых кончиков. Ночной микропилинг от Kiehl's, ускоряющий обновление кожи, подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Ну, естественно, утром рекомендуют все равно наносить средства с SPF. И от Avène мягкий лосьон, который подходит для сухой, очень сухой, чувствительной кожи, обогащенный силикатами, ежедневно защищает вашу кожу, формула без спирта и успокаивает, и все такое. Ну, давайте смотреть. Первое, что скажу, что лосьона от Avène в моей коробке нет. Но я, честно говоря, не расстроилась, во-первых, потому что уже есть у меня опыт работы с этими недовложениями, уж как-нибудь решу я этот вопрос. Ну, а второе, это лосьон, наверное, последнее, что меня интересовало в этом составе, потому что он у меня уже где-то, по-моему, был, попадался мне в каких-то миниатюрках. В общем, совершенно мне это не надо. И миниатюрка, вот эта тушь, очень интересно будет попробовать. И еще одну тушь от MAC. Одну я уже пробовала, рассказывала о ней в видео. Играем тушь, недавно выкладывала. Ну вот, будет интересно попробовать и еще одну версию. И продукт, который уже нашумел везде, по-моему, на косметисте, на сайте Beauty Insider. Был обзор, там такая малютка. Не достать мне с пипеткой она или нет. Нет, не с пипеткой. В общем, очень хвалят этот продукт. Здесь 4 мл. По-моему, он такой, как водичка, легко разносится. Я не знаю, насколько. На неделю, наверное, точно этого применения хватит. Очень своевременное вложение. Во-первых, продукт новый. Это раз. Во-вторых, время, в которое вы положили, очень подходит. Как известно, пилинги лучше всего использовать тогда, когда солнечная активность достигает своего минимума. Поэтому глубокая осень, самое оно для того, чтобы проводить вот эти всякие пилингующие процедуры. Ну а так, здесь все то же самое. И опять же бонус, вот этот гель для душа от Hugo Boss, да, в объеме 50 мл. Да, ну недовложение, ладно, я в принципе и не расстроилась. Вот если бы крем для рук не положили бы там или тушь, это было бы больше для меня расстройство. Давайте сравним составы, что по этим составам. В принципе, конечно, я считаю, что и хотелось бы придраться, так придраться не к чему. Потому что, конечно, всем не угодишь, и я понимаю, что кому-то хотелось бы больше получить состав с микропилингом, а кому-то там, где этот матирующий крем от Clinique, это, я так понимаю, наверное, самых два таких продукта, да, которые очень сильно интересны, потому что остальные-то есть. И помады вот эти вот, и праймеры от Smashbox. Я не знаю, что сказать плохого про эти составы, вот честно. Но субъективно, наверное, все-таки мне нравится больше второй состав. Ну, во-первых, потому что тушь, а во-вторых, потому что микропилинг. Все-таки вот это средство от Clinique, это, ну, не моя история.
А так, конечно, я очень довольна и бонусами, и очень довольна составами. И, как я говорила в видео о Royal Samples, вот посмотришь на тот мусор, что там предлагали, по-моему, за 1450 люксовый вариант. И вот что предлагает Allure Box за 850. Ну, я не знаю, кто не согласится с тем, что это в 100 раз лучше, чем то, что было там набросано. И по размерам, и по бонусным вложениям, да и вообще по всему. Поэтому с учетом вот этого моего негативного опыта, этот выпуск, наверное, ну, категоричная пятерка. Здесь просто вообще сомнений быть не может. Составы очень хорошие, потому что есть уходовые продукты, есть декоративка, замечательные вот эти вот гели для душа от Hugo Boss. Я надеюсь, что они будут в каждой коробке, а не как там обычно бывает, что большая разница в составах. И мне девчонки писали, говорят, что тебе-то хорошо, а нам такое присылают, что лучше не смотреть. Я надеюсь, что это будет у всех. Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете об этих составах, насколько они оправдывают затраченные на них средства. Коробки стоят по 850 рублей. Какой состав вам больше понравился? А может быть, понравились оба? Мне будет интересно узнать ваше мнение. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.